Звоните сейчас. Телефон 198. Политика, экономика, культура, общество, спорт. Подпишитесь на «Белорусский час» и вы будете в курсе событий по всем актуальным темам. Второе полугодие 2017 года продолжается. Газета... Oh, shit. You called it too. Man, make it right, bro. Make it right, bro. Твою мать, ни хера себе! Капец. Elvis was appalling musically. Also, he was suggestive and vulgar, tinged with the kind of animalism that should be В течение многих дней мы жили только на еде и воде. Если я чувствую, что кто-то не слушает, то добавлю эту фразу в какой-нибудь придуманной истории. Реакция бывает весьма забавной. От восклицаний «О!» Твою мать, блядь! Пиздец. Пиздец, блядь. Все, нахер сел, блядь. Ёб ты мать, а. Давай вперед, блядь. I'm curious what retailers are doing to protect you from hackers. You could say 2014 has been the year. Гремят. Ой, смотри. Бля. Ах ты, козел, ты посмотри, что делаешь. И как это он мимо меня проехал. You remember me, Fred? He said, oh, hi, no. And when the yards broke off, they said that I got you. It's all right. Don't look. Keep your eyes down. Keep your eyes down. Ёб твою мать, блядь. Ну прижимайся ты, блядь. Сука ты, блядь, грёбаная. Ёб твою мать, пиздец. Ой, ё-моё. Ой. Ой. Ой, вот, не подъезжай к нему, Женя, не подъезжай к нему, блядь, не подъезжай к нему! Что не подъезжать? I'll point it out. Like the thin blue line? No, like the same, like, black. Oh my gosh. Oh. Сука, долбоеб, куда ты лезешь? Тихо, это женщина.